При всем уважении и по ассортименту, и по объему это максимум 3% потребности рынка. Современной фурнитуры металлической мы не производим. Очень-очень маленькие исключения и маленький совершенно ассортимент. Но пока эти проблемы решаются, пока еще ни одно производство не остановилось из-за нехватки фурнитуры или там запчастей для оборудования. Что радует, безусловно. Мы в марте месяце очень пессимистично оценивали эту историю, тем более на удалении там 3-4 месяцев. Пока держимся.